Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Ну, надеюсь, как всегда, на то, что делаете это в постоянном режиме, значит, привыкли уже к тому, что здесь с 8 до 10 происходит. Программа «Живые», в которую приходят живые люди, живые музыканты. С ними мы живенько беседуем. Ну и, понятное дело, песни они нам свои замечательные исполняют. Вот сегодня коллектив, который, как нам кажется, должен зацепить вас за живое, за то самое. Прежде чем начнем разговаривать... Традиция у нас давнишняя, сложившаяся уже. Сначала песня в качестве музыкальной заявки. Ну, а дальше уже посмотрим, как все пойдет. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали. Застенчивой тенью уснувших бульваров, укрытая хлебом, как будто весенним закатом. Ты грезишься мне, промокшая под листопадом, и мимо идущая рядом этим бульваром. Как бы ни был мимо, как бы я пил, жадно просыпаясь собой. Если мимо взглядом, как бы я цеплялся, опьяненный тобой. Осени прогулки, руки мерзнут ветром, что спешит к нам от Невы. Как бы я пил жадно обнаженный образ твоих рук, как бы. Рисованной краской Климта. Ты, кажется, будешь сердиться на песню мою. Я мог быть рожден двуногим мангустом с единственным глазом. Но как бы тогда я сказал, что... Как бы тогда я сказал, что... Как бы ни был мимо, как бы я пил жадно, просыпаясь собой. Если мимо взглядом, как бы я цеплялся, опьяненный тобой. Осени прогулки, руки мерзнут ветром, что спешит к нам от Невы. Как бы я пил жадно обнаженный образ твоих рук, как бы. Ну вот, собственно, начало положено. И опять же я представляю коллектив. Коллектив из Санкт-Петербурга, называется «Не мой фронт». Пишется это достаточно нестандартно. «Не», апостроф, «мой фронт». Объяснять не буду, почему. Я уж думаю, ребят сами не особо понимают, зачем они это сделали. Ну, просто так вот видно лучше, наверное. Так можно на это реагировать. Обратишь внимание на название и сразу цепляешься за него. И что же, давайте будем знакомиться. Знакомиться будем поименно, естественно. Женя Серзин, вокал, гитара. В скобочках интересно, право голоса имеет. Хорошо, остальные, значит, право голоса не имеют. Это мы тоже будем как-то учитывать сегодня по эфиру. Ну, давай поздоровайся, что ли, с народом-то. Всем добрый вечер. Ура-ура. Добрый. Вечер будет добрый. Игорь Ушаков, бэк-вокал, гитара, бас, гитара, воздух колышет в скобочках. Интересно, почему именно он воздух колышет? Никто другой. Ну, будем считать, что тебя услышали. Хотя, в общем, в принципе, можно было бы так подбежать к микрофону хотя бы на одну секунду, поздороваться с народом, иначе тебя в тот микрофон-то особо не слышно. Андрей Злобин, Дудовина написано. Я веселый дудофон. Дудофон. Да.
А, вот так называется этот инструмент. Удивительная история. Из Мос-Вегаса прилетает, так написано. То есть москвич, что ли? Нет, стал москвичом, апгрейдился. Апгрейд у тебя произошел. Да-да-да, родился в Перми, приехал сначала в Питер, потом в Москве оказался, здесь прирос. Прирос? Угу. Ну а как же ты прирос к питерской группе-то, интересно? А, мы прирослись еще когда учились, студентами когда были, а потом, когда отучились, нас всех разогнали, и вот я... Мы жили в одной комнате в общежитии на Починина 8 с Андреем. Там и родился Немой фронт, собственно. Когда мы жили вместе в одной комнате. Ну, надо сейчас сказать, что вы же учились в театральном. Да, мы учились в театральной академии. Театральная академия. Соответственно, это такой актерско-музыкальный коллектив. Будем считать. Но мы сейчас уже не понимаем вообще, на что это похоже. Ну, в общем, не надо вам понимать, пусть понимает аудитория. Алишер Умаров, соло, гитара, барабаны, в скобочках, свежая кровь написано. Алишер совсем недавно в нашем коллективе. Алишер, ты можешь говорить. Могу, спасибо. Нет, ну просто не все же имеют право голоса, поэтому... А, то есть ты сейчас обиду свою рассказываешь. Я по отмашке просто, да. Если я имею, я понял теперь, да, здравствуйте. Понятно. Кто отмашку-то давать должен? Я или... Нет, кто имеет право голоса. Женя должен отмашку. А там же не написано, что Семен... Хорошо. Не вопрос, тогда будешь молчать, если Женя забудет тебе махнуть. Хорошо. Денис Бен Давыдов, так написано у меня, клавишные. Большая удача в скобочках. Вот вопрос, почему большая... А это мы узнаем сегодня, большая или маленькая. Удача. Это аванс. Хорошо. Всех, кто у меня в списке, я назвал, кого-то не назвал, судя по всему. Костя Фисенко, нашего продюсера, который сегодня с нами. Всем привет. Слава продюсеру. Вот так. Просто у меня в списке меньше народу, чем реально сидящих, присутствующих в студии. Нет, вы всех назвали. Хорошо. Значит, это и есть коллектив «Немой фронт». Сегодня мы с ними проведем здесь 2 часа. Опять же, надеемся на то, что вам понравится их музыка, потому что в программе «Живые» мы случайных-то людей не берем. Музыканты исключительно... А что ты уже встал? Все, про тебя все сказали. Или у тебя какая-то мысль родилась вдруг? Он добавить хочет. Не, я просто подскочил. А, и всем привет, если меня кто-то не слышал. Всем нужен твой привет. Есть хороший анекдот про жирафа. Лучше поздно, чем никогда. Вот так. Меня так учили. А про жирафа какой анекдот? Ну, когда доходит очень долго. Сама по себе мысль, особенно юмор. Ну, просто давно бы надо было встать, подойти. Ну, хорошо, ладно, сделал это чуть позже, ничего страшного. В конце концов, поздоровался с людьми тоже. Как называлось первое произведение, которое пелось? Первая песня называлась «Ты кажешься мне». Давайте вот что. Я сейчас обязательно должен сделать важную вещь, сообщить, как с нами связываться. Это бывает полезно, потому что вы пишете, вы как-то так обращаетесь к группе, может быть, рассказываете какие-то свои воспоминания, эмоции, какие-то у вас вопросы появляются. Так вот, 4647 – это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, пробельчик, а дальше уже ваше сообщение. Группа, официальное сообщество ВКонтакте. Что касаемо эфира, там вы заглянете, все поймете, там анонс давно выложен, в самом тексте анонса над фотографией выделено синим название коллектива, соответственно, кликая на эту надпись, вы оказываетесь в сообществе, сообщество, само собой, пополняете, это полезно. Чат работает для вас на сайте своего радио, своерадио.фм, там прям так и написано, чат, заблудиться невозможно, видеть можно все, что в этой студии происходит, если вы посмотрите на сайте, опять же, сверху, вы увидите плеер, длинненький такой, слева в нем онлайн-аудио, это чтобы слушать. Справа онлайн-видео с синим кружочком. Это чтобы смотреть. Там же, кстати сказать, Планете.ру. Большая благодарность за картинку. Там же есть чат, в котором точно так же можно отписываться. Ну, в общем, условно говоря, все возможные варианты для коннекта я уже сообщил. Дальше уже дело от вас зависит, насколько вы будете активны сегодня, насколько будете много вопросов задавать, либо эмоциями делиться. Вы здесь чего делаете в Москве? Мы приехали на свое радио. Вот специально приехали? Да. То есть концертов нет в ближайшее время? В ближайшее время мы не знаем, что будет с нашим коллективом. У меня дома должен быть концерт сегодня. Сегодня? Да. Значит, не будет. А мы просто... вот первая песня, ты кажется мне, это с нашего первого альбома, который называется «Тихий концерт». И мы его записали 5 лет назад. 6 и уже 6 почти, ну 5, да. 5 лет. И вот буквально недавно мы сделали наш первый тираж. Хотели подарить. Мы привезли вам радио, в подарок, да. Это вот то диск. Есть, это вот, вот ты сделал сейчас. Не 2 часа туща здесь, в студии, заранее мне его вручили. Да, вот прямо сейчас, ну, в общем, да, есть в этом что-то. Классно, кстати, изданный диск-то. А да, кто, это Коля Маркович, художник. Художник Коля Маркович. Чудный художник, конечно. Сразу видно, что все здесь правильно. Все здесь очень грамотно, все изящненько. Это группа людей, передвигающихся на одноколесном велосипеде. То есть ты сейчас будешь мне расшифровывать, что нарисовано здесь, да. Да, 3 человека – это группа.
Безусловно, колеса одним колесом, велосипед одним... Да, действительно, одноколесный велосипед, а на крыше одного из зданий трубач. Трубач на крыше. Это да. Такие, я так понимаю, да, отсылки в определенном смысле к классике, которая стала уже классикой. Кино, в том числе и драматургии. Молодцы. Там много, да. «Тихий концерт» называется этот альбом. «Немой фронт». Это первый альбом? А, да, это наш первый альбом. Сейчас вот мы... Секундочку, за 5 лет первый альбом? Нет, это нет, тираж, первый тираж. Нет, группе 5 лет? Да, группе 5 лет. Альбом какой нет, по группе счету? 6 лет. Уже 6 будет, да? Да, уже исполнилось. А, какой, как, это... 10-го года? Да, да, да. Но просто не забывайте, что все прекрасное, что с нами было, мы решили из архивов, нет, так сказать, поднять и издать. Этот альбом был записан 5 лет назад, он давно уже есть в сети, но вот тираж нам удалось напечатать только недавно. Еще раз задаю вопрос. За все время существования коллектива под названием «Немой фронт», какой по счету это альбом? Это первый, а всего их три. Это первый, но... Сейчас я объясню. Это первый, но издан он последним. Вот так. Нет, он первый. И он издан первый. Чувствую я, сегодня нам будет сложно общаться. Еще раз. Я сейчас построю фразу чисто по-режиссерски. Включаемся, братцы, включаемся. Фиксируемся на репликах. Фиксируемся. Коллектив «Немой фронт». Группа из Санкт-Петербурга. Создана в 2010 году. За это время коллектив много чего произвел на этот свет, в том числе множество концертов. Побывали они у нас в программе «Живые» еще на прошлой радиостанции. Группа записывает песни, компилирует их в альбомы. Так вот, какое-то время спустя, после начала своего существования в 2010 году, коллектив издал по счету... Первый свой альбом. Господи, наконец-то мы, да, ну, мы на пришли. Одноколесном велосипеде. Я буду формулировать сегодня вопросы более четко, внятно, артикулируя, подавая вам информацию, прямо, что называется, вот так кладя ее на стол. За 6 уже лет первый альбом. Почему первый? Я по-другому вопрос. Почему так долго писался первый альбом? Нет, история такая, что 5 лет назад мы его записали на студии «Грамзапись», и он давно уже есть в сети. И это первый тираж, грубо говоря. Бумажку придерживали. То есть, условно говоря, альбом уже давно издан. Да, 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 конечно. А на пластик вы его закатали. Да, то есть вот это первый тираж. И есть еще записи тяжело со второго альбома, который называется «Второй приход». Но там вообще очень интересная история, потому что его студия, на которой мы писались, ее затопила. 5 лет назад. Ну, это года 4 было или 3. Ее затопило, и поэтому он не сведен. Мы записали отдельно несколько треков с этого альбома. И вот сейчас вышел наш новый альбом, который называется... сейчас будет тавтология. «Каштановый альбом» называется наша третья пластинка. Вот. Но пока что в тираже ее нету. Но ее можно послушать в интернете. Вот. Все это есть в доступе, можно зайти. То есть я так полагаю, что году так в 2012-м появится еще одна пластинка изданная, причем она в 2012-м уже ничего не появится. Как я считаю, да. Если плюс 6, да, в 20-м, наверное, где-нибудь году, так в 21-м. Да, в 12-м уже ничего не появится, конечно. Если только в 3000, но это столько не проживем. Так вот, году так в 2021-м появится, наконец, вторая пластинка, которая давным-давно уже гуляет в сети, все уже все знают, а вы, наконец, закатаете ее на пластик. Я думаю, что она появится гораздо раньше, но, что я думаю, не всегда соотносится с тем, что происходит. Конечно, к сожалению. Вот это очень важное дополнение. Я теперь не буду спрашивать, о чем ты думаешь. Лишнее это зачем? Всякий раз можно, наверное, уткнуться в какую-то стену непонимания. Как будет называться следующее музыкальное произведение? Следующее музыкальное произведение будет называться «Ты будешь». Все? Ну, собственно, да. Просто фраза «ты будешь» не была закольцована, не была заточена. Может быть, там какое-то продолжение «ты будешь»? Ты будешь. Дальше продолжение будет в тексте. Хорошо. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня «Немой фронт». Поехали. Мои песни видит царю, и много друзей, и белые корабли. И новое лето наступит, и будет закат. И я еще буду где-то рядом идти. Может, еще
еще стихи мои все не со мной. И может они придут, открытая дверь. Я знаю, законов написаны буквы, но что делать мне с сердцем моим, с душою моей? Какая мне разница места, где все улетит? Какая мне разница ритма моей груди? Я все написал, я все позабыл, я остыл. Но дай, дай мне держать твою руку и дальше идти. Другая погода, и могут растаять льды, и всех перебьют зверей, и все сорвут голоса. Но если когда-нибудь ты мне захочешь шептать эти слова, помни, я за. Я все написал, я допил, договорил, и спину согнул, и выключил свет. Я будущее рассмотрел, в отражении светил. Я умер, растаял, сгорел. Я умер, растаял, сгорел. Я умер, растаял, сгорел. И воскрес. Да, дудовина такая прикольная штука. Да, ничего такая. Я так понял. Как-то мелодика она называется, по-моему. Или... У нас дудовина, а вообще вот, мелодика. Да, извини, конечно, да. Действительно, зачем, я спрашиваю, как она у вас? Она, кстати, приехала ко мне из Нью-Йорка, прошу любить и жаловать. Ну, покажи ее покрупнее как-то. Ну, что значит, как она называется, читайте. Не понять не имею, не вижу отсюда. Сузуки. Сузуки. Он показал мне обратную сторону задницу, где нет ничего. А я вот ее только еще изучаю, где у нее дырка выхода. Где же у нее кнопка-то, да? Где у него кнопка? Да. Ури-ури. Где у него кнопка? Она приехала к тебе из Нью-Йорка. А почему, собственно, в России нигде невозможно было купить? Нет, такую дело в том, что мы с замечательным театром Вахтангова, в котором я имею честь служить, были на гастролях со спектаклем «Улыбнись нам, Господи». И вот Господь мне улыбнулся, я нашел ее там себе. Вот. Дудовину нашел во время гастролей. Их, как мне сказали, немного выпустили. То есть там около 250 штук этой модели, что ли. Ну, понятно, но Сузуки — это же мотоцикл. Зачем мотоциклетному заводу выпускать дудовину? Это так, эксперимент, как я понимаю. Они, наверное, хотели двигатель к ней приделать, чтобы она все время дудела. Ну, ты сказал, что не нужно, я сам дуну. Да. Ну, вот с тех пор она как-то без двигателя обходится. Сузуки называется это самое дудовина, если вдруг у кого-то возникнет вопрос. Это, в общем, мелодика, как-то так ее обычно называют. Но у фронта она дудовина. В общем, в принципе, очень изящненькое такое название. Давайте, братцы, вот о чем. С одной стороны, я понимаю, конечно, что вот есть у нас масса примеров музыкантов, вернее, актеров, которые занимаются музыкой. Не у всех это получается так изящно, как у вас, к примеру, или как у Паши Майкова. Знаете, какая группа «Бутербродские» есть чудесная совершенно? Да, слышали. Павел Майков, напоминаю, это фильм «Бригада», если «Бригада», помните, там Пчелова. Пчелова. Вот, он чудно делает музыку, замечательную, кстати, сказать. И тут вопрос, у меня в его случае как раз, надеюсь, не обидится, возникает вопрос, зачем театр? Потому что с музыкой у него как-то все получше получается. Ну, правда. Правда, правда. Ну, я не знаю насчет кино, а вот с театром побывали как-то. Ну, отдельная тема. Но в музыке все хорошо. Есть люди, которые успешны на сцене вроде бы как, и занимаясь музыкой, у меня возникает вопрос, зачем музыка? Ну, потому что это все портит. А у вас как-то все гармоничненько. Театр Вахтангова, на секундочку, тоже театр не последний в стране. Ну, мягко скажем. Туда, в общем-то, попасть актеру не всегда просто. Для этого нужно закончить либо Щукинское училище, чтобы попасть туда, правильно? Нет, я из Питера, нас там Либо должно быть замечательным артистом, чтобы преодолеть весь этот пресс. Я думаю, со мной произошла какая-то счастливая ошибка, которую я сейчас отрабатываю. То есть ты написал, что закончил Щуку? Нет. Но взяли меня одного из скольки? Из 40 человек? Вот я о том и толкую, что театр, в который так просто попасть... Я думаю, что здесь моя прическа сыграла. Невозможно. Ну, это театр народного артиста Яковлева, к примеру. Да. Театр Вахтангова. Да, там огромное количество, там плеяда целая артистов, роскошных совершенно. Что-что?
Я говорю, ныне ушедших. Ну, и уж, да, и ушедших, и слава богу, существующих, и существующих живых артистов. Я к тому, что театр очень мощный. И помните тоже свою театральную бытность туда, чтобы попасть. Ну, щуку заканчиваешь, и вот есть возможность. Тебя рассматривают в первую очередь. Дорога в полуприкрыт. А если кто-то, да, если со стороны, так на этих людей смотрит так внимательно, так через лупу разглядывают. Вот. Посему-то в вашем случае что все-таки больше? Чего больше, театра или музыки? Не знаю, мне кажется, это вещи, которые нераздельны для меня. Не знаю, мне кажется, ребята со мной будут солидарны, потому что, на мой взгляд, искусство не может существовать без смысла и без попытки понять жизнь эту, ее как-то принять. Угу. Мне кажется, и театр, и музыка дает нам эту возможность как-то попытаться ее понять, изучить. И очень интересно, на самом деле, как перекликаются театральное искусство и музыкальное. И очень много открытий в плане театра я делаю, когда мы репетируем с группой. И что-то понимаю в театре и приношу ребятам на репетиции какие-то вещи. Поэтому для меня это какие-то равнозначные смыслы. Да, но причем нам некоторым из нас удалось даже пописать музыку для спектаклей. Да. У Жени была такая практика, у меня тоже была. Очень интересно, на самом деле, можно найти точки соприкосновения. Театра и музыки? Театра и музыки, да. Когда ты рассматриваешь музыку не как отдельное какое-то, а как средство выразительности в театре, когда оно должно совпадать с режиссерской задачей, с режиссерской... Ну, я хорошо понимаю, потому что отец мой, тоже ушедший уже из жизни, он был театральным режиссером, он писал песни, писал музыку. Причем многие из его песен сейчас поют, даже барды, не зная, что это его. Называя это народной музыкой. Есть даже песни, которые были под другими именами выпущены. Ну, это тоже отдельная тема. Так вот, он очень хорошо сочетал и режиссерскую, и актерскую свою карьеру, но все больше режиссерскую, и музыку, которую он писал для своих же спектаклей. Ему было проще, ему не надо было никому ничего объяснять. Он сел дома, под гитарку это наиграл, оркестр это все дело аранжировал, вот вперед, пожалуйста. Вот тебе и авторская музыка, и авторский спектакль. Так что это я хорошо понимаю. Но иногда вот эти вопросы, с Высоцким, например, вопрос возникает. Кто он все больше, да, актер, певец, поэт. Вот в моем понимании поэт. Просто в чистом виде поэт, потому что как актер сложная тема. Как певец еще более сложная, потому что не Каруза. Может быть, его как бы даже не стоит разлагать на составляющие. Это отдельно, да, это отдельное явление, да. Скажем так. Отдельное явление. Можно спорить сколько угодно. Единственное, ну, скажем, сейчас могу кого-то обидеть, но единственная его роль, которая меня по-настоящему в хорошем смысле возбудила, это Арбат. Как место встречи изменить нельзя, да? Гамлета я до конца досмотреть не смог. Ну, просто не смог, потому что при всей моей любви и к товарищу нашему Шекспиру и кто еще Высоцкому, когда весь спектакль на одной ноте надрывный, я умираю. 15 минут и меня нет. Я не могу это. Ну, может быть, это и хорошо, наверное, где-то. Ну, отдельная тема. Вот, он поэт, причем поэт с большой буквы. И сюда можно впихнуть, видимо, очень много всяких разных понятий. Поэт-актер, поэт-музыкант, поэт-певец. В общем, вы кто? Вы актеры, артисты. Давайте так. Как у нас называют на сцене людей, которые поют, почему артист. Не все, конечно, там к этой высокой ноте имеют отношение, но артист. То есть вы люди творческие, занимающиеся тем, и делающие это с одинаковой отдачей, с одинаковой любовью. Верно? Конечно. Трактовали? Конечно. Все, наконец мы пришли к правильной для меня понятной мысли. Давайте будем петь дальше. А, кстати, у вас постоянно то пустует, то, так сказать, вдруг окрыляется место барабанщика. Расскажите, пожалуйста, что происходит, не понимаю. Ну, Жень, почему гитарист берет в руки палочку? Мы сами не до конца понимаем, что происходит, но так случилось, что... Кто-то, видимо, похитил нашего барабанщика. Может быть, пришел злой Бармалей или что-то. Мы совсем не знаем. Я надеемся, думаю, это пришельцы. Надеемся, что с ним все хорошо. Но сегодня его нету с нами. И мы очень грустим по этому поводу. С одной стороны, а с другой стороны, ничего не можем поделать. Но мы поэтому пытаемся играть. Говорим, что любим его. Конечно. Просто это неожиданно случилось. Вот буквально здорово, что музыканты коллектива могут взять руки-палочки барабанные и пойти подыграть. Это вообще тот самый случай, когда мультиинструментализм помогает. Но, к сожалению, это будет не во всех песнях, поэтому мы заранее извиняемся перед нашими слушателями, что сегодня будет в основном такое более легкое звучание без барабанов. Но несколько песен мы сумели сегодня быстро поправить. А где репетировали-то? Мы репетировали на улице Лесная.
Во второй арке. Рядом с театром Буф, там в мансарде вот репточка, не знаю. А, вот так. Там в одной комнате дети балетом занимались, а в другой мы репетировали. То есть под вашу музыку дети балетом занимались. Да, они прибегали и заглядывали. Какая счастливая случайность. Какое удивительное совпадение. Ну что, дальше-то что будет? Следующая песня называется «Конец каникул». Как всегда, напоминаю, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня коллектив под названием «Не мой фронт». Поехали. Встречи и готовил пламенные речи. В этот вечер ждал твои объятия, но по плану не я у вас занятия считал. Секунды крепенько берегся, свои губы кипятком обжегся, но постыли все ваши взгляды. Вы мне рады, конечно, рада, но есть в этом мире открытые двери просторных парадных, усеянных лаской. Налей мне полтинник, предвидься мне сказкой. Открой свои двери оранжевой краской. Раз, два, три, хей! Но закрытый, никому не нужен, бою прохожих, наступая в лужи. Мир потерян, я его проклял, славный малый. Какой ты рохля! Звуки тонут, дуют трубы, а я умер, хотя бы убежать, забыться от ваших взглядов, заблудиться, забыться разом. Но в этой вселенной, на этой земле есть мир, но он прячется в отдельных квартирах под одеялом, уснув, обнимаясь, согретые крепким лимонным чаем. Но есть в этом мире открытые двери просторных парадных, усеянных лаской. Налей мне полтинник, предвидься мне сказкой. Открой свои двери оранжевой краской. Раз, два, три, и... Вот я всегда говорил и повторю, и неоднократно это буду повторять. Самые лучшие ведущие на радио и телевидении – это люди, имеющие театральное, лучше актерское образование. А самые лучшие музыканты на сцене, которые умеют подавать информацию правильно – это люди, которые также точно имеют актерское образование или дар актерский, что очень клево. А как давно была написана эта песня? Эта песня, я думаю, была написана года 3 назад. Понятно. Значит, оранжевая краска – это чистое совпадение. Хотя приятно, конечно, когда в песне присутствует оранжевый цвет. Мне кажется, вы просто создали под впечатлением от этой песни студию. Эх, ты все вывернул. Нашли в сети. Эх, как тебя... Нет, ну, давай будем так. Пусть тебе, если тебе так будет чувствовать себя комфортнее, то, конечно. Пусть так оно и будет. Я бы, да, послушал песню группы «Не мой фронт» и подумал, что действительно какой хороший цвет, правильно, оранжевый. Можно гимн, мне кажется, на своего радио сделать. Какой песни? Ну, вот чтобы эта песня, да-да-да. Какой интересный у нас пошел разговор. И не сильно дорого обойдется студия. Я думаю, что вы еще приплатите. 4647, это короткий номер для смс. Ваш сначала пишите свои, пробельчик, а дальше... Да, по знакомству скидочку сделаю. Значит, сначала пишите свои, пробельчик, а дальше уже ваше сообщение. Вот, например, «Не мой фронт», замечательная группа. Женя, Игорь, Андрей, Алишер, Бен, Костя, Саша, извините,
Как дела? Питер любит вас. Ну, просто без всякой подписи пришла такая смс-ка. Просто любит вас Питер. И вопрос, Питер, как дела? Дела нормально. Дела тебе хорошо. Есть такое сообщение, тоже меня немножко удивившее, но приятное, мне кажется. Никита Дмитриев пишет: ух ты, это шикарно. Я бы сказал, что это похоже на мной любимый Афинаж, только со знаком плюс. Неповторимо. Ну, знаете группу Афинаж? К сожалению, нет, к своему стыду. Есть такой город Санкт-Петербург, в нем есть замечательная группа Афинаж, называется коллектив. Как же так? Что-то, мне кажется, вы совершенно не... Отмахни ему, он сказать хочет, он на меня не реагирует же. Все, говори. Можно? Ну, тебе же отмахнули. Женя же, ты сказал, что Женя должен махать. А если я не хотел, то что? Как, а микрофон чуть тянул тогда. Не, ну на всякий случай, чтобы потом не делать этих движений. Понятно, выключил. Ты знаешь группу Афинаж, Алик? Слышал. Ну, наконец-то хоть кто-то в этой студии. Ну, я вам скажу так. Коллектив реально уникальный, интересный очень. Но, правда, там музыкальная совершенно другая атмосфера. И в некотором смысле набор музыкальных инструментов другой. Но человек подметил, что вы похожи на них только со знаком плюс, потому что в Афинаже песни все какие-то более тяжелые. О тяжелых событиях, так сказать, тяжелой жизни. Эти ребята облегчили и украсили самый тяжелый день недели, пишет Денис Гореликов. То есть вот вы в понедельник, значит, вы такое... Хотел сказать слабительное. Ну, в смысле, чего нам это стоило? Облегчающее. Ну, расскажи, чего вам это стоило? Ну, вот, например, «Железо» также пришло к вам из театра Вахтангова. Барабанные палочки пришли от замечательного Ромы Синицына, который хотел нам помочь сегодня сыграть на барабанах. Ну, барабанщик потерялся, поэтому вам пришлось все собирать. Кирилл Игоревич, если вы слушаете наш репортаж, то это шутка была. «Железо» не из театра Вахтангова. Кирилл Игоревич – это замечательный директор театра Вахтангова. Замечательный мужчина, он всем помогает. Всех любит. Потрясающе. Человек. Огромный ему привет. Огромный привет. Ты, кстати, это сейчас через кассу говоришь? Вообще, ты заходишь в кассу там в театре Вахтангова прежде? Нет, чем... я зарплату по карте получаю. В кассу не хожу больше. Загляни сегодня на карту после эфира, да. Где что-нибудь упадет от замечательного директора. Ну, тем, кто не очень в курсе, объясняю, что в студии стоит барабанная установка, но каждый барабанщик приносит с собой свои тарелки, это называется железом. Ну, просто привык к своим тарелкам, знает, как по ним, в какое место стукнуть надо. Это называется джентльменский набор. Да. Обычно еще берут с собой педальку свою собственную, потому что там привычное напряжение для сухожилия барабанщика, педаль, которая у нас в студии, может кому-то не подойти. Ну и а вот палочки-то, в принципе, у нас тут есть, могли и не дергаться с палочками. Ну, нам на репетицию надо просто у нас. А, да, ну, понятно. Хорошо тогда, в таком случае никаких претензий. Как пришли, так и пришли. Молодцы. Главное, что пришли. Вот что ценно-то. 4647, это короткий номер для смс ваших. Сначала пишите свои, пробел, а потом ваше сообщение. Женя, а где можно приобрести ваш диск? Наташа из Санкт-Петербурга спрашивает. Действительно, хорошо. Наши диски продаются на наших концертах. Приходите, пожалуйста. Когда иногда ближайший? На спектаклях. Когда ближайший? А ближайший концерт будет, я думаю, этой весной. Подожди, ну ты не умеешь рекламировать. Вообще, Наташа, да? Наташа. Наташа, слушайте, вообще, конечно, мы диски не продаем и не раздаем, но для вас мы сделаем исключение на нашем ближайшем концерте. Мы запомнили, что вас зовут Наташа. Вы подойдите ко мне, к клавишнику, если хотите. Знаешь, сколько Наташ набежит? Сейчас услышавших это. Если из Москвы, может, к тебе заехать. Принципе, ну да, в принципе. То есть специально. Нет, Наташа для Натальи из Санкт-Петербурга тебе не повезло. С подписями всех участников Немого фронта мы сделаем диск исключительно. Нет, а почему вы не продаете диски, я не понимаю? Нет, мы продаем, конечно. Вот на наших концертах он шутит весь. Андрей же у нас Дудовина и Шутиха. На каждом концерте стоит стойка с красивой девушкой и компакт-дисками. Красивая девушка — это Костя. Который... В моем лице. Всем желающим предлагает, да. Предлагает всем желающим, а потом еще дарит диск. Хороший подход, на самом деле. Как еще завлекать на свои концерты? Коммерческий ход, да. Очень хороший коммерческий ход, когда на концерте стоит красивая девушка, которая всем предлагает, а вдогонку, в нагрузку еще дарит диск. Я думаю, что если бы так и было, если бы такая девушка хотя бы одна нашлась, ваши концерты бы очень посещались, скажу я вам. Такой ход мог бы... И, кстати сказать, вы были бы первыми, как мне кажется, музыкантами, которые нашли подобную историю для себя. Только что подключился гитарист, похож на гитариста Дунаевский оркестр. Роман Быстров написал. Очень похож, Алишер, говорят. Ты не хочешь прокомментировать это? Очень, говорят, похож на гитариста. Да-да-да. Ну-ка, расскажи, пожалуйста, как так вышло? Реинкарнация. Я думаю, так. То есть новый 2016 наступил, и
Он не мог не принести никаких изменений. Вот он принес. На самом деле Бен тоже очень похож на клавишника Дунаевского. Да, вот Бен очень тоже похож на клавишника Дунаевского оркестра. Вот там, где след от наклейки на клавишах, вот там было написано Дунаевский оркестр. Там, где более того, выломана панель. Все, оно все неспроста, да. Все неспроста. Ну, чего вы тогда паритесь так? Вы говорите, что действительно, а почему нет? Играем, поигрываем, сочетаем одно с другим. А гитариста узнали вот так вот, разглядев, да, вот так далеко, вот как вот я вижу картинку. Ты картинку. У меня много волос, ты же не... Вот, я самое, только хотел сказать, конечно, такие шикарные волосы, только вот... Нет, ты сейчас видишь его за сидящим за баром, он там далековато. Когда далековато, он берет в руки, да, гитару, там несколько более крупный план получается, его лучше видно. В полный рост. Может, мне кажется, или барабанщик похож на гитариста Дунаевского оркестра. А мне кажется, что барабанщик похож на гитариста немого оркестра. Че ты дашь? Немого оркестра. Они все втроем, они братья. Сочетаем одно с другим. Дунаевский фронт и немой. Сегодня шутили уже на эту тему. Давайте поиграем еще что-нибудь. Да, вот мы тут говорили про жирафов. Следующая песня называется «Детская». Ну, расскажи, с кем. Она посвящается моей дочери. Сколько дочери? Дочери 3,5. Замечательно. Люша, так, если ты слушаешь папу, папа поет для тебя. Ура. Песня называется «Детская». Как всегда, живые звуки в программе «Живые». Не мой фронт здесь сегодня. Поехали. Просыпаются слоны, так просыпаются дельфины. Однажды проснешься и ты, протрешь ручонками глазки, покинешь родную кровать и вместе с жирафом, слоном и дельфином пойдешь по свету гулять. Вас четверо, как мушкетеров, вы также друг другу нужны. Как водка мужчине, как шахты шахтерам, вы также друг другу важны. И не страшен вам голод голодный, мы всех врагов победим. А если по крыше ливень холодный, под спинкой слона посидим. А если по шарам по крыше коварный огонь зажгить, жирафик дельфина поднимет повыше, фонтанчиком все потушить. Посадит на плечи катать по местам городов. А если ты сильно устанешь, положим в родную кровать, чтоб вместе с жирафом, слоном и дельфином пошла ты завтра. Точка была очень уместная здесь. Очень уместная была. «Не мой фронт» — так называется коллектив, который здесь сегодня. Коллектив из Санкт-Петербурга. Актерско-музыкальный, скажем так, коллектив. Причем делают они то, что делают, очень изящно, со вкусом. Вот что касаемо
профессии, то, мне кажется, актеры очень хорошо понимают, принимают чувство меры. Да, хороший актер, он чувствует, где нужно вот это вот отточие сделать. Музыкантам, чисто музыкантам, не всегда это удается. Ну, с возрастом, может быть, с годами. Вы же начали, мне кажется, с того, что прежде всего распределили для себя вот эти реперные точки. За что мы не заходим, за что мы не заступаем, куда мы не движемся, лишнее. То есть вы пошли отобрать. Как говорил, не помню, кто сейчас из великих режиссеров, а может быть, не великих, просто хороших, сейчас не помню этого человека, но это был человек живой при мне. Это было произнесено в эфире, не в эфире, вернее, а так, в репетиционном зале. Он говорил, что вот ты, если переиграешь, так убрать я смогу, не доиграешь, я за тебя не дотяну. Мы скорее решили просто оттолкнуться от содержания и потом уже наращивать форму. То есть для нас главное было смысл, суть, о чем мы поем, зачем. А кто пишет тексты? Я. Как это нескромно не звучит, но это так. Мы кое-что корректируем, иногда там добавляем. Не без этого. Просто они ненормативную лексику вычеркивают, просят заменить меня. Ты соглашаешься сразу на это? По-разному бывает. Просто иногда сложно сформулировать то, что я переживаю в обычные нормальные слова. Сегодня на репетиции хорошую песню ты написал новую. Короткую, видимо. Ну да. Вот. Ну, нет, на самом деле процесс очень простой. Я приношу какие-то соображения свои, тексты, аккорды, и мы вместе создаем уже. Так и музыка тоже твоя, по сути. Ну, это же как это музыка сложно, да, потому что музыку, мне кажется, мы делаем все вместе. Я даже вот размышляю сейчас вот над новым диском, который, как вы думаете, который будет ли через 5 лет? Ну, нет, я думаю, что он будет. Ну, неважно. Я просто даже везде же пишут там слова и музыка, тот-то, аранжировки. Вот я не знаю, как написать, потому что мне хочется написать там слова и аккорды Женя Серзин, а музыка группа «Немой фронт», потому что на самом деле, все, что делают ребята, это очень большая заслуга их, как музыкантов, как просто соучастников творческих. Потому что один, конечно, я бы ничего этого не придумал. Что бы я мог сделать один? Да. Помните это упражнение? Поэтому... Что бы я мог сделать один? Ничего. Практически в один. Нет, можно что-то, но когда вместе, когда в команде, мне кажется, это всегда прикольно. А, кстати сказать, кто лидер в группе? Ну, Женя... Саша Курилин. Фактически лидер, конечно, Женя. То есть наш фронтмен это называется, правильно? Фронтмен, да. Фронтмен, лидер группы «Немой фронт», поскольку он нас всех собрал, он нас сумел собрать, учитывая наше непростое расписание во время обучения в театральном институте, это с утра до ночи. Да, я знаю. Обучение, то есть мы находили время, когда собираться, когда это все репетировать. Кстати, тем, кто не в курсе, надо это пояснить. Да. С утра до ночи это реально с утра до ночи. Да, это действительно это так. Это когда человек с приходит... С 8.30 до полдвенадцатого. Да, к 8-8.30 утра на занятия. Сначала идут занятия, обычные как бы занятия, имею в виду общие, потом занятия специальностью, потом репетиции, потом что только не делалось, да, там, имею в виду и какие-то отдельно взятые, скажем так, занятия факультативные могли быть какие-то занятия, связанные с... у нас, например, мы учились очень активно речи, к примеру, так отдельно с педагогами для того, чтобы... Потому что когда я поступал в свое время, мама родная меня понять с трудом могла, она всегда сказала, что я сказал, как мне приходилось работать над собой. Мы над вас очень речью, понимаем. Над собственной речью, да, на это уходило куча времени. Опять же, этюды, которые нужно было делать периодически. Причем такая работа была, которая без компашки-то не обходилась никогда. Что один будешь делать этюд? Нет, трое, четверо, где-нибудь в углу забились, и давай до самой ночи. Ну, нам еще повезло в плане того, что нам удавалось интегрировать, так сказать, наши увлечения музыкальные в процесс обучения непосредственно. То есть мы много играли на курсе, у нас были музыкальные спектакли. То есть, например, вот до сих пор мы играем спектакль в этюд-театре, который называется «Стыдно быть несчастливым» по Володину, «Записки нетрезвого человека». И вот в курсе на третьем, 5 лет вот было в этом году спектаклю. До сих пор мы его играем. Там мы играем свои песни и поем на тексты Володина, на музыку Хачинского. А есть что-то у вас в программе из этого спектакля? А вот, собственно, «Конец каникул» было из этого спектакля. Дальше будет песня «Ни молодого, ни трезвого человека» с усиками. Тоже из этого спектакля. Нет, песни не специально для спектакля писались, просто режиссер. Ну, то есть они звучат в этом спектакле. Да, звучат, конечно. Ну, так надо петь. Ну, следующая песня, кстати, звучала тоже на последних спектаклях. Она называется «Приди». Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня «Немой фронт». Поехали. Без вопросов. 4647 – это короткий номер для ваших смс. Свои пробельчика, а дальше ваше сообщение. Можете делиться. Наташа, значит, диск, а я всех по именам запомнила. Ну все. Таня, Питер. Саша, пассажир, прости, пишет она. А, кстати, та самая Наташа, о которой шла речь, дописала тут. Наташа Варфоломеева. Ну, так что вы знали, какой диск и кому подписывать надо. Это Кико, это наша коллега. Это моя коллега из театра Вахтангова. Замечательно. Замечательно, но при этом написала Наташа из Санкт-Петербурга. Огромный привет.
Ну, готово. Я надеюсь, она услышала твой огромный готово. Привет. Готовы, нет? Да. Погнали. Раз, два. Отчего бросает в дрожь первый стук в пути колес? Мири из былых примет, все закончится быстрее. Отчего прощальный взгляд хуже выстрела в упор? Приди ко мне, моя мечта, я сам тебе открою дверь. Но если вдруг меня там нет, ты знаешь, где меня искать. Чего так говоришь, что не хочется уйти? Если врут твои глаза, хватит вешать этот вздор. Мирись, прошедших лет все закончилось давно. Отчего прощальный взгляд хуже выстрела в упор? Приди ко мне, моя мечта, я сам тебе открою дверь. Но если вдруг меня там нет, ты знаешь, где меня искать. Приди ко мне, моя мечта, я сам тебе открою дверь. Но если вдруг меня там нет, ты знаешь, где меня искать, «Мой фронт», как называется коллектив, который здесь сегодня, коллектив из Санкт-Петербурга. Я так понимаю, что вы действительно специально ехали на программу «Живые». Да, абсолютно, да. Абсолютно точно. Спасибо вам за это большое. Не могу сказать, вам что спасибо. Это геройство, в принципе, из Новосибирска. Так недавно группа прилетала. Так рассказывайте тогда, как вы ехали, если это геройство. Все-таки нет, но в любом случае все равно спасибо за то, что из Санкт-Петербурга примчались. А что за дорога-то была такая, если... Это можно считать геройством. Но мы просто... Женю арестовать хотели, по-моему. Кто? Ребята, давайте... У нас была самая хорошая дорога. Она была без приключений. Все было понимаете, гладко. Нас слушают наши родители, они все переживают. У нас было удивительно мягкие плацкарты. Самая замечательная проводница. Город нас встретил с оркестром. Забрали на машине. Да. Зубы выбили, все равно вставные. Все в порядке. Нет, все было просто замечательно. Удивительно. Ну, я понимаю, что поездка была интересная. Будешь что вспомнить? Потом детям рассказывать. Или это об этом детям не рассказывают? Вот интересно. Об этом вспоминать страшно, а не то, что рассказывать. Ну, главное, добрались. Вот это очень важно. Главное, добрались. Главное, что вы здесь. Вот уже почти час прошел, как мы с вами беседуем, вы песни поете. В общем, тихонечко все улеглось, я так полагаю, в сознании. Эмоционально все улеглось. Ну, и слава богу. Ну, и хорошо. Окей, давайте-ка вернемся мы к музыке. Альбом «Я вижу». Замечательно, красиво, очень интересно, креативно изданный альбом. Правда, песни, как я понимаю, все здесь уже давнишние, только скомпилированы, собраны на пластиночку. А вот что касается следующего альбома, на него уже есть материал? Или только-только пишется? Мы, видите, путаем немножко друг друга. У нас
Вот, ну, вы про четвертый альбом, который как бы в планах. Ребят, давайте не будем. Мы можем еще раз начать сначала. У нас есть три альбома, которые называются «Тихий концерт», «Второй приход» и «Каштановый альбом». В руках у вас первый, напечатанный. Еще раз. Жень, впредь. Я не знаю. Понимаешь, просто... надо до эфира договариваться, о чем мы врём с тобой. А не во время эфира. Еще раз. Официально изданный альбом от коллектива «Не мой фронт». Это называется номерной альбом. Ага. Он один. Да. Я забыл, что я обещал вам ставить вопрос четко и конкретно. Когда мы можем ждать следующего, второго по счету, номерного альбома? Ну, я думаю, вот сейчас идет работа с художником над созданием... Наконец. Как третьего. Издастся третий альбом в итоге. Да. Не второй. Третий записанный, но второй по счету как номерной. Второй номерной, но третий по счету. У нас как со «Звездными войнами». Да, таки художник сейчас нарисует обложку, и мы издадим. Собственно, вот. Сейчас я общаюсь уже с третьим по счету художником. Мы обсуждаем концепцию. Для второго альбома. Потом будет четвертый для третьего. Но все песни есть в интернете. Но я надеюсь, все-таки выйдет. Хорошо, зачем тогда... Сколько песен с М8? Зачем тогда было... Подожди. Зачем тогда было издавать это все вот так красиво в упаковке, если все это все равно есть в сети? Ну, я не знаю, мне просто приятно это держать. А, понятно. Ну, на, подержи. Приятно, держи. Зачем тогда было это... Это вам держать. А, понятно. У нас есть подержать. Мы делимся приятностями. Все-таки я скажу, да, что есть определенная традиция фиксации, да, в альбом. И альбом — это когда ты можешь взять в руки, посмотреть, кто что делал. Поставить в машине. А машина-то у кого есть? Что за бред? У меня, я ставил недавно, ты что? Есть видео об этом. Слушайте, нет, я сегодня наблюдал, как они бегали в курилку, никакого странного запаха не слышал. То есть, в принципе, все вроде бы должно быть нормально. А вы и в прошлый раз так думали. Да. Но ощущение такое не отпускает. Вот меня не отпускает это ощущение. И это, наверное, хорошо. В общем, теперь мы разобрались окончательно. Альбомов у них дофига, но издавать их на пластике они почему-то решили только сейчас первый альбом. Так называемый, первый номерной. Все остальное когда-либо может быть, когда скопятся денежки, я так понимаю. Да, нужна поддержка фанатов. Фанатов? Да, фанатов. То есть чем быстрее раскупят этот альбом, мы сможем. Даже не дело в раскупят, надо, чтобы мы чувствовали их влияние, что мы нужны, да, что все не зря, что все не просто. А я тогда обращаюсь к фанатам, которые, возможно, здесь присутствуют. Выразить, пожалуйста, может быть, одним словом, ну, я надеюсь, вы понимаете, каким, ваше приятие того, что сегодня происходит, ваше приятие музыки коллектива «Не мой фронт». Тут человек пишет: ха-ха-ха, ржу не могу. Вот это вот, это приятие или неприятие? Да, это то, что нужно. Хорошо. Все не зря. Хорошо. Сразу мы понимаем, что мы не зря. Не зря. Ну так вот, выразите, пожалуйста, это свое отношение к коллективу, они тогда будут понимать, надо ли им заниматься продажами этого альбома прежде всего. А уж не говоря о том, выпускать на болванке-то следующий. Надо ли оно вообще? 4647, это короткий номер для смс, ваших сначала свои, пробел, а дальше уже сообщение. Это для тех, кто, может быть, пользуется смс-ками, может, так удобнее. Человеку, возможно, ВКонтакте, например, неудобно писать, не у компьютера находится. Мне кажется, что с альбомом ситуация еще не до конца прояснилась, особенно по поводу первого, пишет еще один человек, который тоже ни хрена не понял из того, что вы объясняли, но, с другой стороны, это интрига. И интрига меня, например, всегда веселит. Семен, а скажите, а вы только хорошие сообщения читаете? Вы выборочно понимаете, честно? Я читаю, я их просто придумываю быстро. Никто не пишет. У меня уже фантазии скоро не хватит. Кстати, да. Для лести. Кстати, да. Пойте, давайте уже. Кстати, да, и так и есть. Я придумываю сообщения, которые зачитываю сейчас. Вообще ни одного не написали за все это. А вы, походу, с нами в курилке. Да. А ты не видел? Не заметил. Тогда, видимо, я не очень понял, что ты там делал. Давайте петь дальше будем. Что это будет? Следующая песня. На самом деле, это, наверное, авантюра петь ее на радио, потому что она называется «Песня немолодого, нетрезвого человека с усиками». Это песня о трагической любви.
единственной вспыхнувшей яркой комете страсти в груди немолодого нетрезвого человека. С усиками. С усиками, да. Клип на эту песню был записан с прекрасной Ириной Пеговой. В Москве мы сняли клип. Ну, вот теперь есть возможность это услышать. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня не мой фронт. Вчера была брошена тем кавалером. Ты вчера мне звонила. Да ну и что, я приехал к тебе такой одинокой. Ты ведь так одинока. Да и я ничего, твои спелые груди мне снятся ночами, как бутоны нарциссов. Да ну и что, ты вчера мне кричала: не хочешь ли чаю, я ведь так одинока. Да и ты ничего. Но сегодня ты смотришь так строго, но сегодня твой взор так упрям. Ты скажи, отчего я стою у порога? Ты не хочешь пустить меня в зал? Ты вчера мне кричала: так хочется ласки. Ты вчера говорила: поедем ко мне. Ты, наверное, просто мечтала о сказке. Я был Дон Кихотом на белом коне. Ты вчера мне кричала: давай же скорее, развяжи себе галстук, закрой глаза. Ты вчера мне кричала: какой же я смелый! Но не вышла вчера у меня. Но не вышла вчера. А сегодня нельзя. Ты вчера мне кричала: так хочется ласки. Ты вчера говорила: поедем ко мне. Ты, наверное, просто мечтала о сказке. Я был Дон Кихотом на белом коне. Твои спелые груди мне снятся ночами, как бутоны нарциссов. Да ну и что, ты вчера мне кричала: не хочешь ли чаю? А сегодня ты смотришь так строго. А сегодня твой взор так упрям. Ты скажи, отчего я стою у порога? Но не вышла вчера, а сегодня нельзя. Но не вышла вчера, а сегодня нельзя. Ну, давайте продолжим. Сегодня здесь «Не мой фронт», коллектив из Санкт-Петербурга. Ну, он частично из Санкт-Петербурга, теперь уже частично из Москвы, как так сложилось. Пауза была долгой достаточно, поэтому надо начать этот час с песни. Я небольшую предысторию хочу рассказать. Следующая песня называется «Кава-машина». Как? «Кава-машина». 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 История создания очень странная. А мы ее написали... А все остальные песни не странные. Ну, по-разному, по-разному. Да. Мы ее написали в Бахчисарае, когда гуляли с моим братом и с моим другом. И что мы все мы – это в какой-то мере кава-машины. Каждый человек. Вот. А когда мы делали второй альбом наш, не номерной, если что, который назывался «Второй приход», то мы придумали большую историю про квадрокеда «Квадробота». Но очень долгая, да, история, которая собирала артефакты с несуществующих планет, и что Земля давно замерзла. В общем, и... это шоу повторим. Да. И это гумплены нас размораживали, и мы пели эту песню.
наверное, это достаточно для предисловия. Дальше слушайте. Ну, в общем, дурка абсолютно. Нет. Смысл есть. Сейчас конечно. Итак, для... специально для вас сегодня группа «Немой фронт» и песня «Кавомашин». Это живой звук причем. Вообще на концертах мы под нее танцуем. Ребят, вы готовы? Те, кто видят видео, должны оценить. Woo! Раз, два, три, четыре. Song and is doing your best. Break. So I fell off and I have a dream. The cover machine. And we need a cover break. Inside the sky, just walking to see. You'll see a shadow of shadow with me. So open your eyes and I have a dream. The cover machine. And we need a cover machine. Ну, после прослушивания этой песни, я полагаю, можно вполне себе ваш пресс-релиз записывать. Играем на похоронах, свадьбах, дискотеках. Любой жанр, любой вид музыки, любое звучание подвластно команде «Немой фронт». Кстати сказать, вот такая деталь любопытная. Я полагаю, если бы в первый раз, когда вы хотели попасть в программу «Живые», вы прислали бы эту песню Юле на прослушку, вы бы не попали в программу «Живые». Никогда в жизни. Ну, там только русскоязычная. Да дело не в этом. У нас почему? В ротации крутится и западные. В смысле, англоязычные песни от русскоязычных людей. Вопрос не в этом. Я про стилистику дискотечную. Но в контексте, имея в виду то, что вы делаете, и всю линию вашего творчества, это очень забавно, хотя бы уже потому, что понимаешь, зачем вы это делали. Зачем? Да просто потому, что нечего было делать. В контексте отсутствия барабанщика. Ну, это тоже. А почитаю-ка я вам, что пишут. Колян Аристов пишет. Ну, чтобы Семена не обвиняли в придумывании хороших сообщений, напишу плохое. Группа какая-то странная. Песни непонятные, ржут все время. Вообще ребята молодцы.
Хорошо, закончил. Константин Тверд написал: актерская группа, как всегда, в своем репертуаре. Прямо как на капустнике сегодня. Все, шутки да прибаутки, вечер однозначно удался. А вот Катерина Каменчук два раза была на ваших концертах и уже стала фанаткой. Надеюсь, новый концерт скоро. Они всегда дарят тонну положительных эмоций. И так приятно, что наша академия выпускает не только великих актеров, но и таких талантливых музыкантов. Катерина Каменчук, судя по всему... Спасибо вам большое. Может, учились вместе. Нам очень приятно. А может быть, училась позже. Спасибо. Ну, неважно. Главное, что нравится то, что вы делаете. Браво, я почти плачу, пишет Лиза Круглова. Ну, в общем, тут много кто плачет практически, потому что без слез на это дело не взглянешь, ебу. 4647 – это короткий номер для смс. К ваших сначала свои, пробел, дальше сообщения. Ну и, понятное дело, в соцсетях ищу все, что вы пишете на предмет музыки, которую услышите. Ну, скажем, даже прослезился от смеха, пишет Виталий Циш, например. Ну, классно же, Лекса написал. А можно узнать, по чем они вот эту песню писали? До сих пор просмеяться не могу. С веселящим газом в студии сегодня небольшой перебор, но это круто. Понимаете, какая штука? Когда задаешь вопрос музыканту, я вообще редко такие вопросы задаю, но когда сам задаешься вопросом на предмет его творчества, то есть зачем, почему, к чему, для чего. Очень многие отвечают, ну, просто не могу не писать, да, поэтому пишу музыку, скажем так. У одного человека, у там артиста, музыканта, прослеживается одна линия, у другого другая. Вот у вас, как мне кажется, музыка – это некое продолжение собственного настроения. Сегодня такое, будет песня такая. Завтра такое, будет такая. И все это делается с очень такой разудалой, замечательной, совершенно актерской бесшабашностью. И это, кстати, хорошо. На капустниках же... Ты не в тот микрофон не говори, вот туда говори. В капустниках же участие принимаете? Ну, конечно. Никогда, разумеется. Абсолютно. Так, стоять. Они просто в разных театрах. Мы же драматические артисты. Стоять! Нет, мы всегда играем хорошего полицейского. Вы Андрей, ну давай, вот ты раз ты принимаешь участие, давай рассказывай, что за капустники с музыкальной точки зрения? С музыкальной точки зрения. Да. Так, ну, вообще, я уже упоминал, что я служу в театре Вахтангова, что для меня является большой честью. Вот. И там, когда проходят разные праздники, нам говорят, нужно что-нибудь сделать. И мы просто идем и что-нибудь делаем. Музыкальное или не музыкальное. Весело, насколько получается. Может быть, не очень для кого-то весело. Последний раз было особенно. Ну вот, как-то так, наверное. То есть это всегда как-то очень резко эта информация приходит. И приходится резко выкручиваться, от чего, наверное, какой-то ажиотаж, то есть драйв внутренний помогает это делать. Mm-hmm. Вот. А по поводу вот комментария хотел уточнить по поводу веселящего газа, то есть там заметил кто-то, что атмосфера такая. Мне кажется, что в этом нет ничего плохого в этой атмосфере, потому что люди в последнее время действительно стали редко улыбаться. Когда ты едешь в метро, видишь эти лица убитые, то ли непонятно чем, каким горем. Мы всегда стараемся как-то сохранять вот это вот внутреннее ядро нашей группы. Вот вы знаете, мы как... было время, когда мы играли даже в вагоне метро. Это было обалденно весело. Было очень смешно, мы даже убегали, по-моему, два раза. Тех убегали, чей-то был вагон метро. Да, да, да. Вы же не санкционированно там играли? Конечно, нет, мы никогда санкционировали. Вы зарабатывали, да, пытались? Я так понимаю. Да, мы даже заработали что-то, да? Мы себя тратили. Растрачивали себя. Абсолютно точно. Ну, иногда это нужно. Так накупишь себя, а потом надо как-то растратить немножко. Пошли в метро, попили, поиграли, потом побежали. Потрачено. Да-да. И в конце концов остались масса впечатлений осталось. После вот этой песни ситуация с альбомом стала кристально ясной, пишет человек. Ну, в общем, да. Наверное, действительно можно и так. Что касаемо будущего того, которое вы сами себе рисуете. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что актерство, оно неизбежно приводит к какому-то поиску, к поиску чего-либо. Но, на мой взгляд, сколько лет существует коллектив, вы так точно-то себя еще в музыке не особо нашли. Ну, анекдот есть хороший по этому поводу. Такой старый, правда, анекдот, когда сидят два акына. Один молодой, а другой постарше. И сидят они на расстоянии 50 метров друг от друга, зарабатывают, как вы в метро. Так вот, молодой, у него там три струны на своем инструменте. Фигачит, бедный, пальцы летают, потный, мокрый от того, что он трудится. И наяривает, да так красиво. Стоят около него человек 5, слушают его. Старый акын сидит, одна струна, и он делает на ней. 58 человек вокруг. Все в восхищении. Шляпа прям битком. У того пустая. Битком. Закончили свое выступление. Подходит к этому пожилому уже акыну человеку. Слушайте, я понять не могу.
ну, конечно, не обижайтесь на меня, но мне все-таки любопытно. Вы вот эти два часа сидели на одной струне, на одной ноте, балам-балам, а вон там молодой пацан, да как он фигачит-то, это же Мальмстим, черт возьми, на вашем народном инструменте. Почему у него ничего, а у вас полная шляпа? Понимаешь, дорогой, он пока ищет свой звук, а я его уже нашел. Вот я к этому и веду. Вы, развивая, да, творчество, раз уж компилируете, собираете альбомы из четырех один, в любом случае должны понимать тогда, куда это все должно прийти. Ну, понимаете, актерскую задачу, да, к чему надо прийти в результате. Вы уже понимаете это или пока еще нет? К покаянию. Это долгая дорога, дружище. Это долгая дорога. Это долгая дорога. Но если иметь в виду какой-то менее такой длительный трафик, если говорить о каком-то, возможно, таком обозримом, в человеческом смысле обозримом пространстве, к чему? К покаянию. Он настойчив. Я не знаю, нет, это на самом деле, мы же просто делаем то, что нам нравится, и то, что без чего мы не можем существовать. Блин, подожди, ну а кто пьяный орал, и что ты про Фредди Меркьюри? Это было не причем я. Во Франции. Причем во Франции, под Эйфелевой башней. А что вы делали во Франции? У нас были гастроли в Париж. Да. У нас были шикарный тур, я бы сказал. Но... Мы сыграли три замечательных. Это было замечательный концерт. А теперь я расскажу, как было на самом деле. У нас были аншлаги. Нас носили на руках. Нет, на самом деле нас не пустили в самолет с инструментами. Ну, не то, что кто-то был не трес, а просто с инструментами не пустили. И Женя с Андреем улетели в Ригу, да, куда вы полетели? Да. Ну, то есть пришлось покупать еще одни билеты и... Опять же, сначала играть... У нас должна была быть электричество, должен был быть первый концерт. Где конкретно? Мы, как же... В Париже, да. Шарль Нуар, черная кошка. Ресторан. Хорошо, это ваш концерт был как коллектива. Да-да-да, у нас три концерта, у нас был тур. Вот. И первый концерт у нас был заявлен как электричество, то есть полным составом. А в результате прилетели мы вдвоем, отыграли этот концерт на ура, я считаю. Я считаю, это был успех. Это был лучший концерт. Это был лучший в нашей истории. Электрический. Да, электрический, причем он все-таки был. В полном звуке. В полном звуке. Да. Да. И потом на следующий день я благополучно встречал всех остальных участников команды, потому что Женя отдыхал. Вот. Нет, вы же сходили на радио, а потом уже... А, да, у нас был эфир. На Two Capitals Radio, первое русскоязычное радио во Франции. Угу. Да, мы тоже там имели успех. В общем, мы замечательно гуляли по Парижу. Романтика Но была, да. Самое яркое вот воспоминание у меня, это после последнего нашего концерта. Первого и последнего. Нет, третьего. Мы вышли на... В истории с дисками я теперь понимаю, что запутаться с концертами так же просто, как и с альбомами. У нас с номерами сложно. Сложная математика. Когда мы вышли, собственно, перекурить на улицу... Это странно звучало, но нет, ну так и было. Ну, уезжала одна какая-то француженка на велосипеде, и она свистела, у нас есть песня «Французский багет». И она, ну, свистела. И я тогда понял, что мы не зря приехали. Все-таки, если один человек уезжает на велосипеде, уезжает домой, да, и свистит «Французский багет», не понимая, о чем эта песня, зачем она, а, кто эти там ребята. Там были не только русскоязычные? Там были, не было, кроме нас. Как ни странно. Так, может быть, а кстати... кому это было тогда из французов интересно? Оказывается, вот много почитателей. Так, может быть, нам как раз и французский багет бомбануть? Давайте. Нет, тему этого. Почему? Давайте бомбанить французский багет. Раз заговорил уже об этой песне, раз француженка села. А вы с багетите? Вы с багетите? Ну, это в акустике только, ребят. Ну. А до сих пор что было? Электричество! Погнали! Только никому их читать. Я бы рад написать рассказ, только было бы что сказать. Я бы рад написать сонет,
Только было бы кого влюбить, я бы рад всю ночь пить. Только было бы что пить, и вообще я счастлив и рад. И вообще я люблю жить, я люблю ложиться в кровать. Только было бы кого ложить, кто сказал, что о грустном пою. Кто подсматривал в мой стакан, нет, я весел и я пою. Оды всем, кто бывает пьян. Я кричу вам привет, друзья, у меня все в порядке. Я добрым, это солнце люблю, как гиппопотам в лесях Африки, что лежит. И программу не тормозя, посылаю вам свой привет. Я не шутки шутил, я кричал, чтобы вы продолжали шагать. Чтобы вы продолжали вальсом шагать и жевать французский багет. Французский багет, янтарный сырок. Хотел вам спеть рок-н-ролл, но когда не смог. Французский багет, дешевое вино. Хотела написать блюз, а получилось, сами видите, что соляга! Янтарный сырок. Хотел вам спеть рок-н-ролл, но как-то не смог. Французский багет, дешевое вино. Хотел написать плюс, а получилось, сами видите, что. Я думал, джем пойдет дальше. Ну, вот тебе, я понимаю, эту француженку, которая, сев на велосипед, стала насвистывать. Она же текстов не понимала, поэтому радовалась на самом деле. А так, если вслушаться, то, в общем... Кто бы их вообще понимал? Грустная песня. Грустная песня. Народ пишет вот-вот, что, к примеру, Алексей Воронин. Я вспомнил, кажется, это про этих ребят в прошлый раз писал, что им даже можно не петь. Не подумайте, песни хорошие. Но им достаточно просто приходить на эфир и разговаривать. Спасибо, подарили улыбку. Спасибо. Но это же комплимент. Спасибо. Это же комплимент. А когда музыкант, когда артист может еще и разговаривать так, что это было весело по-настоящему и серьезно. Так. Мы специально репетировали. Ты мне анекдот напомнил. Не могу не рассказать сейчас. Но вот, ей-богу, не хочу никого обидеть, опять же, но тем не менее, раз уж мы о людях, которые немножко заикаются, замечательный старый, правда, анекдот, когда идет заика, ему как-то неловко, потому что с ним никто не общается. Ну, понятное дело, что пока он все скажет, уже становится скучно и неинтересно. Идет и наблюдает, он по лесной опушечке идет, за лесом озеро, около озера сидят рыбаки, рыбку ловят. Он идет и думает, сейчас подойду, спрошу, клюет или не клюет. Вот, а они мне скажут, клюет, или не клюет. Так вот и поговорим. Подходит он к ним, стоит за спиной, говорит, ну что, мужики, клюет. Один поворачивается, иди дальше, то тоже вариант. 46-47, это короткий номер для ваших смс. Сначала свои, пробел, а дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Кстати, нужно вот что сказать. Звук, общий звук, который слышит сегодня аудитория, сегодня в руках у Александра Лепешкина. Я думаю, что есть смысл сказать ему за это спасибо. Спасибо, спасибо огромное.
Спасибо. Сергей Малявин написал: «Привет, живые. Как правильно кто-то заметил, сегодня реально капустник в эфире. Весело и по-хорошему бардачно. Серьезные песни тоже неплохие. Вряд ли я буду слушать их записи, а вот живое выступление, думаю, будет на ура». Но это дело вкуса, на самом деле. Но актерская песня, она такая, что ее нужно живьем. Актерская песня, она такая. Тут тоже вариант, да. А я очень люблю, кстати сказать, такие посиделки, потому что и по капустникам скучаю, когда давно их в моей жизни уже не было. Радио захватило все. И очень приятно, что молодежь, ну, я имею в виду молодые актеры, те самые молодые актеры, которые в свое время станут народными артистами, заслуженными артистами Российской Федерации, они уделяют кучу времени еще и музыке, что очень ценно. Замечательно. «Которую ночь мучает вопрос, почему последний альбом, не номерной, называется Каштановым?» Катерина Хоменчук. Вот теперь новым им появился. У вас есть номерные и не номерные альбомы. Номерной и не номерные. Вот надо будет пятый альбом выпускать номерной и не номерные. А почему Каштановым называется? Я не знаю, на самом деле, как ответить на этот вопрос, потому что это просто ощущение от всего альбома в целом. Он очень разный, там совершенно разные песни в плане того, что написанные в разное время. Просто какое-то мое личное, наверное, восприятие целого... Тут и тоже вариант. Я вжился в роль. Ну, не знаю, мне кажется, нужно послушать и подумать. Это ты сейчас про себя? Надо сесть дома послушать и подумать? Ну, нет, не про себя. В общем, когда Женя правду говорит, он более обаятельный. Ладненько, давайте петь дальше. Что это будет тогда? Песня следующая называется «От того, что можно идти». Как всегда, живой звук. В программе «Живые» здесь сегодня не мой фронт. Поехали. Закрытые пути, от того, что можно бежать, я стою. Ты могла бы петь свои песни, смотреть свои фильмы, от того, что можно молчать, сводит скулы мои, от того, что можно кричать, я шепчу. Я вдыхаю осеннюю пыль, мои руки в твоих волосах. Где сон, там ночь, там сны, там я, там так свежо, что не знаешь как, стоять, что не знаешь как, смотреть, что не знаешь, кто был ты, когда твоя давным-давно я рисую ночь, опять яд машин. Меня целовать, и подобно тому, как тепло побеждает росу, я парю. Я просил времени, ты сказала, это приказ. От того, что можно идти, все забыты следы. От того, что вяжет уста, ветер мил. Ты закрыла глаза, и я тоже закрыл. Где сон, там ночь, там сны, там я, там так свежо, что не знаешь как, стоять, что не знаешь как, смотреть, что не знаешь, кто был ты, когда твоя давным-давно я рисую ночь, опять яд машин я рисую сон, там ночь, там сны. Я там так свежо, что не знаешь как, стоять, что не знаешь как, смотреть, что не знаешь, кто был ты, когда твоя давным-давно я рисую ночь, опять яд машин.
Ну, это настоящее актерство. Человек просто пишет, что поразительно от такого бесшабашного смеха вдруг перейти на такую серьезную лирику. Ну, актеры, они люди такие. Они и плакать, и смеяться умеют совершенно неожиданно для других, как в том анекдоте. Опять же, вот глядя на вас, опять вспоминаю театральные анекдоты, когда молодой артист приходит к уже народному, перенародному, тот сидит, гримируется, к какому-то спектаклю готовится, он постучал с ним в гримерочку, говорит, простите, пожалуйста, меня, я вот к вам с вопросом, тут вот наконец-то мне дали роль более-менее приличную. Говорит, поздравляю вас, батенька, поздравляю. Ну, тут есть вопрос, как опытному человеку, я хочу вам его задать. Видели, какая штука? Там есть сцена, где мы пьем. Да, я помню. Нет, но я, в общем, должен быть пьяным. И хочу сделать это так, чтобы не было никакого наигрыша, чтобы было натурально. Ну, батенька, моя вам рекомендация. Минут за 20-25 до спектакля грамулечек 300. Водочки, и играть ничего не придется. Говорит, ну вы меня не поняли. Во втором такте я трезвый. О, батенька, ну вот это уже нужно сыграть. Давайте двинемся дальше. Опять же, касаясь того, что в вашей жизни происходит. С одной стороны, я так понял, что в Париж вы стурили. Ну, скажем, тур у вас был во Франции. Как-то так вы оказались там, не очень вы раскрываете карты. Почему, с какой стати, зачем? Бог с ним, я даже не стану пытать, потому что понимаю, что все идет в шутки. Альбом вы записали за то время, что мы не виделись. Как я имею в виду, год назад, больше, наверное? Два с половиной года тому назад, да, вы были в программе «Живой». Что еще? Ребенок, нет, это чуть раньше. Что еще? Два ребенка еще? У кого, у тебя? Женя вообще. Не, подожди, вот за это время еще кто-то родился? Сын. Еще и сын, сколько сыну? Вчера ему исполнился годик. Обалдеть. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем. Что еще произошло за это время? Записали клипы. Вот. Давайте про один сказали уже. Давайте про клипы. Беговый. Ну, дайте человеку сказать уже. Ну, рвется человек. Я просто в армии успела служить за это. Ай, брав. У меня нет фанатов в этой. Что касается клипов, что за клипы? Где их можно посмотреть? Как называется? Клипы можно на Ютубе посмотреть и в нашей группе ВКонтакте. На какие песни? Один клип на песню «Если б я знал». Это с Дашей Мельниковой. Да? Да. Клип. А второй на песню «Немолодого, нетрезвого человека с усиками». А, вот на эту песню. Да, собственно. В Москве снимали же, по-моему. Часть в Москве, а часть в Петербурге. Что вот еще у нас? Уже не весело мы рассказывали, да? Уже нет. Но вспомнили просто прошлое. Вдруг стало грустно. Как-то стало... Игорь вот успел создать свою группу, например. Да, Игорь? Ну, он в армии служил, когда успел создать-то? Ну, вот в армии успел. Вообще в армии сейчас служит год. Угу. Мы виделись 2.5 года назад. Да, да, ты за это время успел служить и группу создать. Я успел отслужить, попробовать поиграть еще сам параллельно. Да не, много всего интересного было, я не знаю, что они так грустят. А ты как, ты когда зубной щеткой фойе мыл песенки? Нет, нет, нет. Когда я на развод ходил с барабаном, конечно. Это там, ты служил-то где? В оркестре, в военном оркестре штаба Западного военного округа. Хорошая служба у тебя была. На барабанах? Да, 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 да. На большом барабане играли соло. Ну, в общем, я накачался. Рудименты, все дела. Да, вообще, ну, в общем, интересная жизнь. Игорь Ушаков у нас на басу, но, в общем, прекрасный гитарист. Я его знаю. Очень волшебная его гитара. Я советую вам послушать песни группы Гаррисона, над которыми мы... Гаррисон. Гаррисон. Да, мы тоже как бы... Все, получается, так или иначе работаем друг с другом. То есть вы все... Друг у друга все играют. И в Гаррисоне вы еще играете. И в Гаррисоне мы играем. А он там еще и поет. А он там хочет... Он там главный вообще. В Гаррисоне, да. Ну вот за это время еще Алик и Бен к нам присоединились, но правда... Совсем недавно, потому что вот у Бена это первый концерт с нами сегодня. Да ладно, тут он тихонечко сидит в уголочке, так, за твоей спиной, я его и не вижу. Но они на самом деле нас вытащили очень хорошо. У Алика ребята. Это второй концерт, вот он 2 дня назад с нами сыграл, и то не всю программу. Второй концерт, 2 инструмента. Да, все герой. Хорошо. Герой практически. По-моему, неплохо, да. Геройский поступок. Давайте тогда еще попоем. Да, с удовольствием. Следующая песня называется «В этот век». Как всегда, живой звук в программе «Живые». Не мой фронт здесь. Поехали. Музыка.
этот век наши истины лягут под нож. В этот год наш не взойдет урожай. В этот месяц снег станет нашим теплом. В этот день дым нас научит молчать. В эту ночь мысли по проводам. В этот час песня дань тишины. В этот миг нас заколдует январь. В этот век мы продаем свои сны. Но если сон куда прекрасней дня, но если сон мой мне мешает встать, я отпущу его черты, и я уйду его искать. Ответишь, встречи с тобою не ждать. Ты прошепчешь, много ли знать наперед. Ты вздохнешь, клетки закрытых дворов обманули нас, правду запрятав под лед. Ты молчишь, знаю, сомнения есть. Ты посмотришь, знаю, что нужно любить. Ты вопрос, но вешних ответов. Крест нас с тобой, увы, не научит жить. Но если ты куда прекрасней дня, но если ты росы вчерашней тишь, я в облака уйду искать тебя, и наших глаз капель возьмут ладони крыш. Но если ты куда прекрасней дня, но если ты росы вчерашней тишь, я в облака уйду искать тебя, и наших глаз капель возьмут ладони крыш. Что-то как-то вы всерьезку ушли сейчас прям. А у нас на самом деле одна веселая песня есть. Да ты что? И то грустная. То есть она была, это первый час, это была одна длинная, но веселая песня. Да. Кто-то мне этот анекдот напоминает. Ваша фамилия Петров, вы заика, не заика был папа, паспортист, сука, просто. Двинемся дальше. Осталось-то времени совсем немножко, правда. Совсем чуть-чуть, и очень жалко, что время так быстро. Песня-то еще ого. Что попеть? Мы можем побольше попеть, может. Подожди, попоем сейчас, попоем обязательно. Тут вот Константин Твердый выложил прямо в ленте, прямо там, где пишут сообщения, которых не пишут, как кто-то из вас сказал, как раз клип на «Если бы я знал» с Мельниковой. Уже он лежит, и заинтересованные могут его посмотреть. Почему я и спрашиваю? А вот и еще, и как вас угораздило спеть с Лизой Боярской? Спрашивает он же, выкладывая опять-таки видос, где вы с Лизой Боярской поете. Лиза Боярская, мы с ней работаем в одном театре. Я работаю в Малом драматическом театре под руководством Льва Додина. Замечательный театр, я его очень люблю. Да и Додин, в общем, ничего так. К Додину мечтали попасть очень многие. Я помню этот период времени, когда говорили о Додине, о Питере, то всегда: «О, Додин». Вот. И как просто, ты там, по блату? Я и по сестле. По сестле, да. Почему блат? Сестла. Да. Вот и просто попросил Лизу спеть со мной песню детскую, вот, которую мы исполняли. И она согласилась, собственно. Ну, просто тогда у тебя родился ребенок. Благодарен. У них родился, да? Так же было? То есть ты к Лизе так на «вы»? У тебя родился ребенок и у них? У них. Нет, просто появилась такая идея в песне молодых родителей, как бы. И все, я предложил Лизе записать. И Лиза не отказала тебе? Нет. Да как можно вообще отказать-то? Ну, когда песня о детях, это же тем более никак. Тем родителям это понятно. Вот еще, да, еще один такой момент подчеркивающий. Я, кстати, забыл об этом изначально сказать, что театр Вахтангова, театр, на секундочку, Додина, эти актеры, эти музыканты, эти люди творят историю. Как мне кажется. И очень здорово, что сегодня аудитория может это услышать. Ну, как минимум, проникнуться той музыкой, которую они делают. Кто-то вот написал, буквально снимая у меня с языка эту фразу, на предмет того, что после такого угара абсолютного и после такого веселья вдруг такая
глубокая и качественная лирика. Вот, Александр Сазанов, после истерических разрядов смеха лирические умиротворяющие песни воодушевляют совершенно бесподобным образом. Но это как раз и есть тот контрастный душ. Да, актерская игра, актерская работа, это и есть контрасты определенные. Да, вверх-вниз, вверх-вниз. Эмоции. Право-влево. Право-влево. Будь аккуратнее, дорогой. Право-влево. Право-влево. Давайте петь еще. Чего это будет? Подожди, только предупреди заранее, что это за песня. Ты мне скажи. Легко. Не мой фронт здесь сегодня. Может быть, завтра закончится скоро. Милая, видишь, мы выросли быстро. Это похоже на старую сказку. Все повторилось, что в этом плохого. Ты мне скажи, ты мне пробой, в каких краях живет покой. Ты мне открой, ты мне шепни, куда спешить. И я пойду, неся слова, свою любовь, свое тепло. И я возьму твою печаль и адвента. Осенних глаз, пустая серость, еще ведь может тебя утешить. Утро меняет совесть наполовину пустого сердца. Ветер меняет небо, но что же в этом плохого? Ты мне пробой, ты мне шепни, в каких краях покоя дни. Ты мне скажи, ты мне ответь, куда держать. И я возьму твою весну, твои цветы, твою капель. И я сожму в своих руках твои слова. И подо мной, меняя шаг, бежит земля, летят огни. И я спешу в твои края, как в райский сад. Все пронеслось, забыты я, и только дальние края меня впускают в свой чертог, прости меня. Последний будет веселый, так что не переживайте. Относительно, конечно. Подожди, подожди, подожди. Последнее. Мы еще до последнего доберемся. Тут есть одна просьба. Я редко прошу о чем-то музыкантов, но если прошу, то настоятельно. И есть один момент, который, мне кажется, хорошо было бы сегодня осветить. Я имею в виду песню из вашего творчества. Просто потому, что она, если не... не заглавная ваша песня, то, возможно, очень и очень показательная. Но сегодня о ней разговор уже был в паузе, пропадом, которая, и сказано было, что да как, ее хотя бы в акустике, мне кажется, нужно было бы сегодня исполнить. Просто потому, что серьезная тема уже пошла, да, и нужно каким-то образом закрепить эту историю. Очень бы не хотелось, чтобы однобоко оценили ваше творчество. А гимн Декадансу вы не хотите услышать? У нас есть возможность спеть две песни. Да? Да. Давайте тогда начнем с гимна «Декадансу», а потом закончим «Пропадем пропадом все». Как в тот раз, когда мы выступали, как мы написали «Пропадите вы все пропадом». Я дослушал вас до конца. «Пропадите вы пропадом». Следующая песня посвящается самому прекрасному состоянию души, декадансу души, деградации, духовному упадку. Мне кажется, все мы должны к нему стремиться, полюбить в себе саморазложение.
и держать как-то парус по ветру. Ну что? Готовы, ребята? Поехали. Раз, два. Раз, два, три. И... Закончатся все аргументы, я выйду в окно и узнаю, что такое день. Когда закончатся все аргументы, прости, дорогая, но я выйду в окно, никто не знает, кто из нас первый. Но всем так хочется громко и долго орать, никто не знает, в каком ладу строить нервы. А если не знаешь, наверное, не стоит играть этот гимн. Дамсу. Но после разлуки я знаю, и что-то еще. Этот гимн, гимн декадансу. И если ты со мной, два раза больше берем. Этот гимн, гимн декадансу. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Этот гимн, гимн декадансу. Я не знаю, что буду пить в этот вечер шампанским. Есть определенный талант разлагаться, пить как рыба и спать как дельфин. Как я люблю этим всем заниматься. Как жаль, что в это время я идиот и кретин. Никто не знает, зачем кто родился, но я уверенно несу тяжелую ношу свою. И если звезда ренессанса постучится мне в дверь, то я ей спою этот гимн, гимн декадансу. От всяких недугов я знаю, есть одно вещество. Этот гимн, гимн декадансу. Ты прости, дорогая, я не знаю, как нас сюда занесло. Этот гимн, гимн декадансу. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском. Этот гимн, гимн декадансу. Я не знаю, что буду пить в этот вечер шампанским. То есть вы планировали сегодня этой песней закончить программу? Да? Нет, я еще так... другой. А, то есть я вас сбил, что называется, спонтан. Ничего страшного. Ну, нормально. То есть это... О, а эту песню я точно знаю, пишет Сергей Малявин. Посмотри-ка, а откуда может человек знать тогда ваши песни? Ну, они же есть в интернете, их можно послушать. Мы там не крали, мы ничего не крали. Они... Это несложно. Все, кто хочет услышать они «Дружи, а не мой фронт», Жень, достаточно она, зайти в ВКонтакт. Она же Санта-Барбару напоминает. Ну да, ничего страшного. Все мы что-то напоминаем. Мне кажется, в этом нет ничего такого. Все, кто хотят услышать группу «Не мой фронт», могут зайти в ВКонтакте, найти нашу группу. Посмотреть еще Санта-Барбару. Да, там есть все ссылки на все записи, абсолютно все открыто. Гром в раю! Ну, пусть вас не обманывает этот гомерический хохот. Вот никогда еще про декаданс не пели так весело, пишет Лекса, например. Не обращайте внимания, потому что все-таки серьезных песен у них достаточное количество, и глубины у этих ребят
Очень много. И слава богу, что они умеют сочетать одно с другим и делают это так совершенно спокойно, ненавязчиво, в легкую. И радуют аудиторию, и немножко дают возможность аудитории даже поплакать, подумать. Вот, кстати, что для вас важнее в вашем творчестве? Сейчас я не про актерское творчество, а про музыкальное. Чтобы смеялись от ваших песен, получали такой заряд позитивных эмоций и бодрости, либо чтобы грустили и думали о себе, о глубоком, о великом, о космосе? Я думаю, в принципе, чтобы думали. Мне кажется, это уникальная способность, которую мы редко очень используем в нашей жизни. А в кавомашине они над чем должны думать? О многом, мне кажется, можно, ну, например... Я бы сказал так, мы выбираем обе дороги. Мы идем двумя путями. За двумя зайцами. За елку. И бедра не ободрать. Ты об этом, да? Ты опять потянул случайно микрофон к себе? Не случайно. Вот сейчас не случайно. Теперь не случайно. Давай, говори. Нет, у меня просто вот всю дорогу, весь эфир Женя говорил про то, что любое творчество должно заставлять думать. Но мне кажется, что думать можно разными органами, и это по-разному будет называться. То есть можно думать головой, а можно думать сердцем. Это уже будет чувствовать, а не думать. Ну, то бишь думать, ну, не обо всем нужно думать вообще, в принципе. Если можно думать и другим местом. Абсолютно. Головой. Мы же все знаем, каким. Да-да-да. Да-да. Поэтому вообще любое творчество, оно же не только подумать, оно и про эмоцию, ну, то есть... И там, где нет места высоким думам, там есть место как бы твоей просто отдачи эмоциональной. Ну, и оно так должно быть. Так я с этим даже спорить не стану, потому что все очевидно. И все абсолютно понятно. Я сейчас говорю о том, что здорово, что вы это умеете сочетать. А это, на мой взгляд, весьма-весьма не каждому. Это не каждому дано. Еще раз давайте о концерте напомним, который у вас будет в Питере, как я понимаю. Ну, у нас, надеюсь, будет концерт весной. Приходите. А, все, да? Следите за новостями в группе. Понятно. Яйца. То есть нет еще никаких дат открытых концертов. Мы выбираем. Я понял, да. У вас есть выбор пока еще. Пока даты есть. Удобно для всех поклонников, для... Есть возможность выбрать. Да. Хорошо. Не буду больше вас по этому поводу доставать. Ну, концерты – отдельная тема для этого коллектива. В любом случае, ищите их записи в интернете. Они есть и в соцсетях у них, в официальном сообществе. Можете попробовать прикупить где-нибудь, дай бог, получится альбом «Тихий концерт». «Тихий концерт» называется альбом группы «Немой фронт». Уж не знаю, найдете или нет, но песни с этого альбома так или иначе в цифровом виде в интернете есть. Поэтому забивайте их себе в плейлисты, слушайте, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Надо, наверное, уже потихонечку выходить на финал, на финальную песню. Чего они там? Что вы сейчас? О чем вы сейчас советуете? Женя текст забыл. Ну, напомните Жене текст тогда. Никто не помнит. Друзья, слушатели, напомните, пожалуйста, в комментариях сейчас, как начинается песня «Пропадом». Мы вспомнили. Вспомнили. Слава богу. Слава богу, что вспомнили, потому что этой песней закончить было бы очень кстати сегодня. Да-да-да, пусть быстрее земля. Я в качестве анонса сообщу, что завтра в программе «Живые Линда». И слава богу, что жива-здорова, в прошлый раз приехать к нам не смогла, а вот завтра все обещает случиться в этой студии. Сегодня же мы рады тому, что коллектив «Немой фронт» побывал здесь сегодня, порадовал аудиторию. Вот, например, Максим Зверев написал уже финальное, ну, не, на данный момент финальное сообщение, редкая группа, приходящая в живых, которая мне по нраву, но в поклонники не записываюсь. Но мне чего-то не хватило. Да, веселые, да, лиричные. Ребят, ну простите, мне чего-то не хватило. Всем спасибо. Всем, возможно, времени не хватило, чтобы распробовать. Такое тоже мы вполне можем. Мы можем прислать фотографию. Ну что, поехали? Прощаемся со всеми. До завтра. Спасибо большое, друзья. С вами была группа «Немой фронт». Спасибо, любим вас. Спасибо, что вы с нами. Ура. Погнали. Пропадай, моя судьбушка, пропадай.
Губы красные, пропадай, тоска жгучая, пропадай. Пропадам, пропадай, моя судьбушка, пропадай. Жизнь ненастная, пропадай, тоска жгучая, пропадай. Пропадам. Люди все останутся прежними, а моей душе хочется, чтобы все стали чистыми. Песни у людей напишутся, ну а я останусь соколом, а моей душе холодно. Пропадай, пропадам, пропадай, моя судьбушка, пропадай. Губы красные, пропадай, тоска жгучая, пропадай. Пропадам, пропадай, моя милая, пропадай. Губы красные, пропадай. Песни у людей напишутся, ну а я останусь соколом, а моей душе холодно. Пропади оно пропадом. Тоска жгучая, пропадай. Губы красные, пропадай. Моя судьбушка, пропадай.